Одна рыбка, две рыбки, три. Поехали. Окей. Всем привет, с вами снова мы и... И Элкин, и Дезертирка. И мы начинаем отвечать на вопросы, которые вы оставляете в рубрике обсуждения на наших каналах. Тес, какая твоя любимая игра? Твоя любимая игра? Да, твоя. Ага. Вот именно твоя, не моя, не его, а вот именно твоя. Блин. Что? Я даже не знаю. Да ладно, на самом деле я шучу. Тетрис. Нет, моя самая любимая игра, которую я помню, даже купил прям вот самой первой игрой, которая у меня появилась еще до появления компьютера. Ага. Это была Max Payne первая часть. Это я тебе обзавидовался, потому что моя первая игра это была... Была. Ну да, еще расскажу. Была Max Payne первая часть. Да, где там 3D хотя бы было. Кое-какое, а у меня было Diablo 2. Ну, Diablo я очень часто и много видел. Да. В клубах компьютерных. Да, как там люди выбивали себе легендарочки и прочее. А потом понимали, что их сейф какой-то удалил. Да ладно. Да. А ну да, раньше же не было USB и флоппи. Да. Блин, как это печи. Я помню, я прошел уже, короче, до 5-го акта. Почти там все. У меня персонаж такой прокачанный был. Никто не удалял, причем сейв был, все отлично. И потом я как-то в один прекрасный день прихожу, такой думаю, ну сейчас все, я наконец-то добьюсь. Да, вот пройду всю игру. Я знал, что там всего 5 актов. Знал, что этот последний. И сколько тогда было мата? Что случилось-то? Меня удалили персонажа. Да твою ж. Представь, вот ты проходил, да, такой, да, тратил, да, деньги реально на это. Ну да, я помню там. Сколько у вас час стоил? У нас час, по-моему, стоил что-то то ли 150, то ли 300 рублей. Вот просто в разные моменты времени он стоил примерно. Да, вот не забывайте, что была девальвация, по-моему, рубль. Да. И это было, не знаю, там, может, копейки сейчас. Ну да, нет, я бы не сказал, что это... Там, ну, как раз это было дорого. Ладно, что ты мог купить на эти деньги раньше? Ну, я мог так неплохо сходить в Макдак. А, вот видите, один пирожок или покачать. Нет, действительно, неплохо мог на в то время сходить в Макдак, так покушать. Нет, Диабло все-таки тебе спасало твой желудок, но тратило твои нервы и глаза. Особенно в тот момент, когда я пришел и понял, что персонет. Это было жестоко. Да. Так что ты не ответил, да? Нет, я ответил, Max Payne. Наверное, это все-таки самая первая и самая любимая. Но недалеко не самая первая игра, в которую я в принципе начал играть. Угу. Потому что если самые первые, то это там еще игры Sega, и я не буду их перечислять, потому что большинство о них даже и не знает. Ну да. Но у меня, если консоль уж так уходить. Месяц назад тебя спрашивает человек, Дес, а почему ты 4 дня не снимал? Я не отвечу на этот вопрос, потому что я не помню, что было месяц назад, честно. Но, видимо, на это была какая-то причина. Ладно, переходим к тебе. ЛДС, говорят, что будет кино про Warcraft. Как вы к этому относитесь? Я лично строго положительно, особенно увидев, в принципе, как они все это дело снимают сейчас, то есть как идут ролики, да, то есть вот эти вот, и в принципе на протяжении всего этого времени я видел, как они хорошо относятся к роликам именно видео внутриигровым, да, то есть... Поэтому я строго положительно к этому делу отношусь и жду. Я жду, конечно, естественно, пойду в кинотеатр, наверное, все-таки попорчу свои глаза, если он будет в 3D, пойду в 3D. Хотя говорили, что он не будет в 3D. Да. Вот. Посмотрю его, и потом уже мы, наверное, запишем подкаст. Но я его жду. Единственное, что меня расстроило, что это будет с актерами. И мне бы все-таки хотелось, чтобы это все-таки нарисовали. Пусть они бы потратили больше денег, но там бы были бы орки такие, как мы их привыкли видеть в Пандарии. Ну, посмотрим, на самом деле, какие они будут. Да, там такие... Потому что там они же сказали, что они будут использовать графику. Будут, но я не хочу видеть. Люди, которые посмотрели превью... Оно тоже. Да, блин.
Даже вот. Даже вот так, да. Оно все равно. Люди, которые посмотрели превью на закрытом показе, там их несколько человек, всего было 200, по-моему, или 100. Они сказали, что там орки похожи на Властелин колец. А я думаю, это очень печально, если они такие же уродливые будут. Мне не нравится. Ты мне испортил впечатление. Ну, почитай синий пост, об этом написали в открытии. Не хочу! Я жду, вот знаешь, просто что. Ладно, да. Больше тогда я ничего говорить не. Не говори. Ты про сюжет ничего не знаешь? Нет, вообще. Короче, там такое сообщество. Вот плюс тебе и минус сидеть рядом. Там, короче, давай, орки скажи, будут. Скажи. Давай. Угу. Че, мой вопрос? Вот. Значит, сейчас. А, Эл, у тебя много друзей? Кроме тебя никого. Черт. Я одинок в этом мире. Да, обидно. Очень одинок. Я промолчу. Ну, меня не спрашивают. Ладно, ладно. А то еще обидишься, тебе плохо. Привет, Эл, я хочу скрафтить легендарку Смертокрыла. Как ты считаешь, это хорошая легендарка? Смертокрыл. Я хочу пройти Смертокрыл. Вот конкретно я вот хочу хотя бы хочешь пройти. По спине вот так походить. Да, вот походить по спине, умереть от его пламени, выполнив одну из ачивок. А там есть такая. Да, там есть ачивка умереть от пламени Смертокрыла. Открой 5 ответов, ё-моё, я же ответил человеку. Это другой вопрос, ты ответь. Я, честно сказать, не помню, что там делает Смертокрыл в Хаэсе. Нет, имеется в виду его легендарка. Он про карта? Ну, я не помню свойства. Я не знаю, честно говоря. Вот я не помню вообще свойства карты, поэтому он хочет скрафтить легендарку. Если крафтить легендарку, делай этого, Рагнароса. Он ко всем классам подходит. А Смертокрыла я не помню, что он делает. Поэтому давай следующий вопрос. У меня есть вопрос. Если Дес работает и так зарабатывает себе на жизнь в YouTube, ему доход не принесет. То где ты деньги берешь у Деза взаймы? Чувак, они нас пропалили. Да, они поняли, что все-таки мне зарплату ты платишь. Да. Ну а иначе, что, почему ты меня пиаришься? Да, все время, причем. Так, привет, Дес. Хотел бы ты поиграть в Castle Crashers со мной или еще кем-нибудь? Ты мне объяснишь, да. Что такое Castle Crasher? Castle Crashers — это такая игра зубодробительная про крестоносцев, вот таких вот по размеру, которые берут и просто зубодробящие выносят все на своем пути. Хорошо, пока. Ну, сегодня что-то покажу, да, она у меня даже есть. Давай. Промотаем вперед. 60 вопросов мы их ответили. Убери это с глаз, я не хочу это видеть. Так, ладно, давай тебе тогда. Эл и Дес, а как насчет того, чтобы сделать турнир подписчиков один на один, к примеру, 16 игроков в группе А 8 человек, в группе Б 8 человек, и так, кто победит, там еще по парам распределяться, ну и так далее. Ну, насчет турнира это всегда хорошо, но твоя система проводения, проведения турнира какая-то иностранная. Зачем изобретать велосипед или колесо, если оно уже есть, и там... Мы, наверное, не будем такое делать. В общем, да, у нас как-то, учитывая то, как мы уже проводили до этого турнира, у нас есть некоторые намётки на то, как его правильно уже более-менее проводить, и вроде пока все работает, пока все нормально. Да, но когда турнир, не спрашивайте. Да, не надо. Ну, он просто когда-нибудь будет. Да. Да. ЛДС, если бы вы попали в мир Старкрафта, Варкрафта или Диабло, на ваш выбор, какую вселенную, что вы там бы делали? Наверное, то же самое, что и главгерой. Да, убивали бы монстров на своем пути. Да, но... в зависимости от того, кем бы мы играли. Но если бы я был арматуром, я бы, например, создавал бы. Ты бы хотел быть таким ужасным. Да я сейчас. Заметил. Лысый страшный мужик. Страшный. Встреть меня в подворотне, я на тебя смотрю. Я-то тебя уже знаю, и мне ничего не будет сказать. О, здорово, а ты что тут делаешь? Да-да-да. И на самом деле завтра так проходишь случайно раз, и, ой, а что ты делаешь, мой чувак, на родине? Ты что тут? Хотя, я бы, наверное, все-таки во вселенной StarCraft бы хотел бы пожить, потому что, как бы, в прошлые года, хотя и мир в Вовке тоже интересен. Быть каким-нибудь чернокнижником. Я бы побыл пандой. Пандой? Да, не зря ты их полюбил с первого дня.
Че, больше нет вопросов? Ты не ответишь на этот, на свой же вопрос? Ну давай, много тебе. На какой мой жанр? Ты бы был пандой, да, ты сказал? Значит, ты выбрал мир вовки. Ну, побыл пандой, абатуром или охотником на Диабло. Да. Насчет рок-н-ролл рейсинг даже не ответил бы. Не знаю. Про эту игру никто не знает. Кто и кем бы я был из викингов, я тоже не знаю точно. Наверное, тем, что щитом. Щитом. Капитаном Америки вообще. Кто? ЛДС, у меня пара вопросов. Да. Есть теория, что после выхода последнего аддона СК2 команды по Старкрафту переключится на Warcraft 4. Вы как считаете? Было бы неплохо, но этого не произойдет. Да, я считаю, что в ближайшие лет это 5-10 в Warcraft 4 не выйдет. Это печально. Как вы относитесь к сериям меча и магии? Меча магии 1-10 Legacy и пошаговой стратегии героя меча и магии. Меч и магии я только видел в компьютерных играх и не понимал... Клубов, да. А я что сказал? Играх. Компьютерных играх. Это логично было. Ну да. В клубах, и я не понимал, что ж там люди делают, ну и сейчас как-то не хочу даже в нее начинать играть. А ты? Я, в принципе, отношусь хорошо к третьим и, наверное, к четвертым. Ко всем остальным как-то посредственно. Ну, не знаю, не мое, и то играть... Не особо охота. Угу. Давай. Дес, будешь ли ты проходить Horror Outlast? Да. Будешь? Я его буду проходить. И он давно уже пройден. А где стримы? Человек тебя месяц назад спрашивал. Были. Нет, ты месяц назад, скорее всего, был где-то на отпуске, в отпуске. Нет, это два месяца скорее назад. А месяц назад я, скорее всего, уже... Трубой занимался. Нет, трубой не так-то начал сниматься. Там я начинал заниматься самим ремонтом. В общем, как-то так, да. Но. Этим летом Blizzard Entertainment примет участие в крупнейших выставках видеоигр Gamescom 2014, Кёльн 13-18 августа. Поедешь ли на выставку? Ну, вопрос немножко опоздал, потому что... Самую малость. Да, поскольку уже сегодня какое у нас число 20. Ну, тебя спрашивали месяц назад. Да, месяц назад. И месяц назад я тоже бы ответил, что я не поеду, потому что я в Москве. Да. И туда ехать дорого. А есть такой человек, зовут его Делит. Он мне прислал видюшки. Говорит, сделай видео, если хочешь. Вот я посмотрю всего этого и, может, сделаю видео. Вот. Элкин, будешь ли ты записывать прохождение новой Call of Duty? Буду, если у меня будет мой мощно-зверный лэптоп, потому что сейчас я в Москве с огрызком. Оу. Давай-давай. Сколько еще будет длиться твой страйк на основном канале? Ура, он 20 числа был снят. 19. 19, но 20 я посмотрел, что его сняли официально, поэтому, может быть, буду... А может и не быть. А может и не быть, я... Буду стримить на лайв-канале или же все-таки на основном. Будешь ли ты записывать кооперативное прохождение Far Cry 3? 3? А когда, кстати, 4 выходит? Где-то то ли в начале года, то ли в конце года. Вроде. Ага, в общем, если ты согласишься... У меня Far Cry 3 есть. Да, можем записать. Но... Ты же знаешь наши кооперативные прохождения, какие они веселые. Да, то есть, понимаете, в чем дело? Нам бы... Мы не против записать. Я нам наш... только за. Тут вопрос в гребаном времени. Да, время... Потому что мы как-то периодически не совпадаем по времени. Тут в Москве оно как-то проще, потому что ты почти никогда не знает. А вот у тебя... Да. Айда стримить первый... Хотел сказать, страйк. Играя с подписчиками в нем. Поностальгируем. Первый StarCraft? Да. Я думаю, не у многих есть первый StarCraft, да и он такой там косячный, что... Нет, мы этого делать не будем, к сожалению. Ну а что, вспомнили бы старые страты, например, что надо ветеранов спавнить рядом с бункером хранилища? Наоборот, там этого никто не делали. Никто не будет. Ну, я читаю конкретно, что пишет человек. Мотоциклы или машины? Машины. Машины безопаснее. Велосипеды или ролики? Велосипед. Будешь ли записывать Far Cry 4? Буду. Гав-гав? Мяу-мяу.
Чё, твой? Где? Здесь как войти к вам в сообщество? А эта информация написана под каждым последним стримом, который выпускался на моем канале. Вот так вот, четко и понятно. Если мне пишут, что надо обновить версию StarCraft 2, но оно и так обновлено до последней версии, связано ли с... Скорее всего. Связано. В общем, открываешь окно, выкидываешь туда свой старый компьютер, идешь в магазин, покупаешь новый, устанавливаешь StarCraft и заходишь на сообщество. Нет, просто удаляешь StarCraft и еще раз его устанавливаешь. Или винду. Или винду. Потому что первый с выкидом компьютера как-то слишком жестоко. Так, yes, будут стримы с подписчиками Red Alert. Ты в него играешь? Однозначно нет, по крайней мере на данный момент нет. Месяц назад ответил вот этот вот страшный панда. Где, скажи, плиз, как... Чё? А ник имеет свой канал или просто друг? Если кто зайдет, я за тебя отвечу, извини. Если же зайти на Elkin Live, там есть канал сбоку где-то, ссылка. Ты имеешь в виду, он же у тебя не называется Elkin Live? Он называется Elkin Live. Нажми на него. Он называется Elkin Live. Нет, ты видишь, как он называется? Нет, если вы напишете Elkin Live, вы попадете туда и найдете. Нет, вот поэтому я его удалить и хочу. А кстати, между прочим, сейчас разрешили переименовывать как угодно. Добавили эту функцию. Я... А теперь не привязываются имена. Я это сейчас вот проверю и тебе... Я тебе серьезно говорю. Мне как раз сообщил друг о том, что ты можешь переименовать наконец-то. Ну то есть, почему он у меня называется не просто дезертир, да? То есть... А по той причине, что, во-первых, это впоследствии Google. Вошло... Ну да, во-первых, это Google, во-вторых, это привязка имени обязательно. Там, соответственно, при создании мне надо было как-то это написать. Вот. А вообще, по факту, просто... Ну, просто как-то так. Короче, да. Соглашайся на микрофон. Если я это сейчас не смогу переименовать, я тебе по лицу дам. Хорошо. А если сможешь, то я тебе. То я тебе дам рыбку. Нет, то я тебе дам по лицу. Страшно-страшно, давай. ЛДС, у меня к вам несколько вопросов. Да, хорошо, что не 60. Какой у вас самый любимый класс Вовки? Не, послушай, какой у вас самый любимый квас? Вовки. А у меня, кстати, есть там самый любимый, но, правда, не квас. Я там сейчас как раз начал со время, благо еще брату, прокачивать профессию. Кулинария на ханте. Поэтому там есть тут, я узнал, что оказывается на... 525-600 есть преимущество в классе. Там есть аж 6 путей, по которым ты можешь пойти в кулинарии, причем прокачать их все. Отдельно там напитки, отдельно там жареное, отдельно там пареное. Ты про пандарию что-то? Да. Прям ну вообще да. Жесть. Это жесть. Ну, я вот прямо вообще офигел. Представляешь, у меня все это прокачано. Я догадываюсь. Смотри, Казанрод, а? Ладно. Как радуется этому еще. Мне просто хочется тебе в глаза посмотреть. Когда это в скайпе говоришь, там твою реакцию вынесли. Да. Ладно. А тут прям смотришь, понимаешь, да, ладно, Вовки... Лоб, конечно. Варвак. Ну, я уже отвечал, по-моему, у новой... Что у меня? Хант. Но дальше все там по нисходящей. Да. Сколько еще будет продолжаться выпуски лишь одного Хардстоуна и Алмазной Лиги? Как только Близзарды дадут мне какой-нибудь ключик... Хороший. Такой, да. Если у кого есть ход, давайте, я его буду активным. Будут ли настоящие прохождения игр? Настоящие? Вот ты пройдешь вот как-нибудь вот жизнь. Да. Выйди на улицу и пойди. И снимай с помощью GoPro. Да, для этого надо лайв-канал организовать. Он у тебя есть, чувак. Есть. Их даже два, да? Где? Нет, лайв-канал кота, не путай, пожалуйста. Бекарашка, если я правильно помню. Да. Ладно, давай следующий вопрос. Будете ли вы играть в дополнение к Вовке в Warlords of Draenor? Я, наверное, нет. Зачем ты Deluxe будешь покупать, деньги тратить? Вообще, да, тем более он уже предзаказан, но я так подумал, нафиг это. Нет. Нет. Да, следующий вопрос. Играли ли вы в другие игры жанра моба, кроме Доты? Или хотя бы слышали о них? Но я слышал и чуть-чуть поигрался в League of
Legend, по-моему. Мы с тобой играли в League of Legends. Не только с тобой, кстати. В LoL, да. Да, мы играли. Я даже в Dota согрешил. Я, к счастью, в Dota всего один раз согрешил. И нафиг это. Там слишком странное сообщество. Просто когда куча 5-летних и 10-летних парнишек начинают... А ты знаешь, в этом есть свой плюс. Мы когда с Прочным играли, я вечно какую-нибудь фигню напишу в чате. И как я слушаю, когда этот русский отборный мат. Так-то там такие перлы выдают. Вот видите, каждому свое. Каждому свое. Я в доту захожу, чтобы себе настроение поднять. Я, например, беру, просто спокойно захожу, короче, слушаю какого-нибудь комика, а он заходит и слушает кучу матов. Ну вот каждый... У каждого свое развлечение, да. Давай другой. Где? Где? Выдели мне. Так, Дес, будешь ли ты играть на стриме с подписчиками в игру? Уже читали в Castle Crush? Не, мы читали, будем ли мы с кем-нибудь ее проходить в плане тебя или Ника, или Прочниста. Ну да, теперь с подписчиками. А теперь надо с подписчиками. Ну так как там всего 4 игрока, есть ли в этом особый смысл? Ну, это уже как тебе. Ну да. Ну и следующий. Играл ли ты в Game of Thrones? Не просто. Еще и... Genesis? Да, играл. Да? Да. Согрешил, видать. Давай. Ну, следующий. Вполне неплохо, кстати. Эл. Да. Я задаю тебе самый страшный женский вопрос. Женский? Ну, обычно, да, его женщинам страшно спрашивать. Вот никогда не спрашивайте. Я вот все время на собеседовании хочу спросить, сколько вам лет? Да, вот сколько тебе лет? 25. Черт. Какой старый. Какой старый. Уже песок сыпется с одного места. Хотя, блин, вот сложно осознавать, что я сам-то недалеко оттуда же. А представляешь, скоро будет еще 26. А мне скоро 24 будет, пипец. О боже ты мой, ладно. Эл, а что еще хочу спросить? Скачал ли ты Sniper Elite 2, когда он был бесплатный? А то очень хочется увидеть твое прохождение с Дезом. Если нет, то могу подогнать ключ. А, я видел смешной ролик на YouTube, как там Гитлеру отстреливают гениталии в Sniper Elite. Это во второй части? Нет, ты не играл? Я не помню, в какой это части. Но ты играл? Я в и в первую, и вторую, и даже хотел в третью, но в третью пока руки не дошли, да я не очень люблю пустыню. Угу. Именно пустыню как пустыню. Вот, например, в Вовке она мне почему-то нравится, она приятная. А вот, то есть, ну, пустошь вот эту. Да. А там глаза режут. Да. Ну, там рыжая, а тут желтая какая-то. Понятно. Не знаю, я посмотрю, что такое элит, если что, конечно же, заберу ключик. Где? Где тебе вопрос? Выделяй. Мы же про это уже читали. Дома. Многоуважающий Дес. Кого я уважаю? Не знаю. Уважаемый. Или уважаемый. Можете ли вы заснять серию по Payday 2 о том, как вы проходите карту поезд? М? Можешь? Там даже есть ответ. Видимо, на самом деле... Давай ты сам отвечай. Ладно. На самом деле мы ее прошли в прямом эфире. Но по секрету могу сказать, что в планах пройти и вытащить все оружие по стелсу. Да и вообще все, что там есть по стелсу. И, естественно, попробовать сделать это на Twitch. А вот получится это у меня с друзьями или нет, тут уже вот непонятненько, потому что читать дальше нажать. Да, вопрос сложный, а так вот ссылка на стримы. Собственно, кому интересно, ссылка на стримы в вопросах. И что, мне дальше, видать, нету смысла читать? Нет. Ну, ты вот просто вот там, не знаю, прочитай людям, как попасть на эту карту. На какую? Ну, вот тот... Ну, сука. Читаю уже сам, неохота мне. Да ладно тебе уж. Получается, путем находки документов с надписью Top Secret во время прохождения любой карты транспорт. Надеюсь, ты захочешь, так как я пытался пройти поезд, но не вышло. Надеюсь, тебе понравится это прохождение. Много ошибок, потому что пишу в 2 часа ночи. Да, не пиши в 2 часа ночи, спать надо в это время. Да. 50-го выпуска не будет. Какого? 50-го. Наверное, не будет, я не знаю, какой он. А, 50-й, нет. Я просто не знаю, о чем речь, честно. Ну, я вспомнил, что там 49-й последний выпуск 1-1, и поэтому 50-го не будет. Ну, будет, когда я вернусь.
Чувак, как так? И когда мне ник уже наделает реплеек и скинет мне их, или прочнись, то прочнись, завязался со Старкрафтом, как он мне сказал. Окей. У меня вопрос. А что ты будешь делать на 50-й выпуск? Наверное, 51-й? Наверное. Окей. А потом 52-й. Вау! Да. Блин, вы слышите? Вот никто такого не мог ожидать. Ладно, следующее. Хороший канал. Где скачать StarCraft? Тебя спросили. Прохладный канал. Как нам перевел? Google переводчик. Прохладный канал. Эл, где ты скачал StarCraft 2 Сердце Роя? Не представляете, я его купил, я его не скачивал. Да. Вот согрешил, бедняга. Да, купил, отдал свои кровные 80 евро. Где чё? Эл, когда будут уроки по каждой расе? Да никогда. Особенно учитывая, что написано вопрос у меня, но... Не знаю. А будут ли стримы по Brood War, вот спрашивают у тебя. На твоем канале, во всяком случае. Brood War, он веселый, но не знаю, как-то вот старые игры у меня не очень хорошо на этом железе идут. Как бы это не парадоксально звучало. Да, плохо идет. Да, не хочет нормально воспринимать. Хорошо. Как вы думаете, герои будут бесплатными? Будут. Они и будут бесплатными, в этом вся их соль. Только герой будет покупаться дополнительно, и одежда. Эл, у тебя есть легендарный плащ? Чё? Нет у тебя легендарного плаща же. А какой легендарный? А, с крылышком? Вовка, да! Нету, нет. Где собрать трейд? Берёшь, есть, что-то как же, Q, что-то там Q. Или что-то как-то, как вот в общем, называется? Заходишь на WoW, не, на курс.com, идешь, да, это... в раздел WoWки, заходишь в раздел рейды, и там он в топ-5, по-моему, есть Q-мод, по-моему, что-то такое. Вот Q-Q, по-моему, или что-то. Да, и там можешь собирать с любых серверов. Да, там единственное, только надо привыкнуть к тому, что тебе будут постоянно добавляться новые друзья. Ага, почему в LFR? А, вот это. Где? Плащ дается за квест по убийству Гороша? Нет. Плащ дается за цепочку квестов по выполнению с принцем. Причем их реально очень много, и, кстати, сейчас они получаются очень быстро, потому что один из таких квестов я набрал буквально за прохождение 4 рейдов, и у меня на это ушло, соответственно, то есть 4 рейда. Чуть-чуть, чего там? Прям вообще. Ну, они, видать, сохранили. 20 табличек. Круто. Почему LFR и LFG нельзя собрать рейд, например, цитадель ледяной? Я хотел прочитать коровы, короны. Потому что ледяной коровы, к сожалению, нету, а ледяную корону нельзя, можно. Потому что люди не хотят туда ходить, и если хотят, то в основном только те, кто на PvE серверах, на PvP я что-то замечал, что все прям... Пишешь /2/4 и... Спамишь, кто хочет туда сходить. Тебе там надо-то сколько? Человек 5, 2 танка, 2 хиллера и 2 ДД. Но в ЛК обязательно хилы. Ну да, где там зелененький дракон. Там можно, например, ходить вот с двумя хилами, двумя ДД и все. Хорошо. Что мы вообще втроем ходили? Один хил, один ДД, один танк. Ну да, но вот зеленым драконом долго. Ну вот, да, там, ну, либо если у тебя хилящий класс есть, то есть который может дико быстро выхиливать босса, но при этом ты, например, ДД, тогда тоже можешь ходить. Ясно. Дес, куда пропал Эл? Куда я пропал? Ждем месяц, нет? Да. В Москве я. Сам ответил, сам прочитал. Ни хрена ты! Сижу напротив тебя. У тебя все хорошо? Да. Я думал, ты уже отсебятина. Да, у меня все хорошо. Так, давай добьем уже мои вопросы. Ну а теперь нон-стоп для Элла. Эл, когда будет новое видео? Скоро, как вернусь. Эл, ты живой? Тебя Дес в подвале прячет? Я живой, не в подвале, в гостях. А когда будет новое видео? Скоро. Эл, поедешь ли ты в Москву на DreamHack 2014? Если меня тут оставят, ну, до сентября, то поеду. Эл, а вот ты сдох, что ли? Где видео один месяц ожидания? Я же говорю, я в Москве. Как открытие аэропорт, просто вон тут и 2012. Как открытие аэропорт? Едешь в аэропорт и говоришь, хочу сюда заехать. Там что? Да, все. На этом все вопросы закончились, ребят, спасибо. Что слушали бред этот час, наверное.
Я не знаю. Не, на самом деле мы, скорее всего, поделим. Нет, нет, нет. Я поделю. Одним куском. А у тебя не будет выбора, чувак. Я все равно. Я тебя порежу. А тебе не вышли. Не вышли следующий запись, пока ты это не выложишь. Хорошо. Все, ребята, пишите новые вопросы. Да, всем в общем удачи. Спасибо, что слушали и смотрели. Всем пока-пока. С вами были ЛДС. И скажи что-нибудь на прощение. Приятные люди мы, когда ты вернешься. Да, наслаждайтесь летом, последними деньками. И все, пока-пока. А еще мы тут вот конец заметили, что человек пообещал съесть свои тапки, если мы снимем Planet Re-Engulation. Пусть доказательства пришлю. Окей, мы его снимем. Мы его снимем. Тем более, что друг уже купил, кстати, игру, так что...